Михаил Александрович, между тем, вы, вот эти советы, вас там обожают все эти наши гламурные девицы, они просто... Ты ходишь с Лобковским, боже, обожают все, и заслуженно. А ведь вы-то не женаты? Был женат, если вы об этом. Ну, были. А почему? Ну, вот вопрос сразу, а почему, собственно? Вот знаете, я когда прихожу к диетологу, а он весит, например, там 300 килограмм, я как-то понимаю, что что-то не то. Ну, смотрите, да. Я не то, что против женитьбы, но не встретил, видимо, на ком жениться. Встречу, женюсь. Я давал интервью журналу «Максим», знаете, есть журнал «Максим» мужской. Угу. И тоже спрашивает, а что, говорит, вы не женаты? Я говорю, я надеюсь, я не помру холостым. Но я был 13 лет, братья, я считаю, вполне нормальный срок. Это же знаменитая эта довлатовская фраза, я два раза был женат и оба раза счастлив. Я тоже хочу сказать. Насколько я поняла, да, по вашим вот отдельным интервью, вы были... прекрасные отношения с бывшей женой. Вот, вы были вполне счастливо женаты. А что? Почему так? Слушайте, ну не сходство характера, как говорят в ЗАГСе, и потом мы жили на две страны, и в результате я жил в России, она в Израиле, и так и разошлись.